Всем привет! Женя Лукашин раз в год ходил в баню, а я на стенд к ребятам из Вербати. Сейчас покажу вам, чего они новенького для нас напридумывали. Кроме традиционной линейки шнурков, карточек, жестких дисков, были и очень необычные продукты. Ребята из Вербати решили сконцентрироваться на секьюрной транспортировке, хранении данных и представили линейку жестких дисков с шифрованием 256-битным ключом и аппаратной защитой. Безопасность хранения данных довольно серьезная тема, особенно если ты серьезный человек. Облака сразу отпадают. Почему? Спросите об этом Дженнифер Лоуренс или других селеб. Придумали пароль, ввели его на физической клавиатуре, получили доступ. Злоумышленник завладел диском, начал подбирать пароль. После 10-й неудачной попытки данные уничтожаются, прям как в шпионских боевиках. Жаль, без взрыва. Короче, все супер безопасно и серьезно. Главное держать подальше от детей и домашних животных. Понятно, что такие объемы и, главное, такая степень защиты нужна не всем. И поэтому в Вербати выпустил серию флешек со сканером отпечатка. Приложил пальчик, получил доступ к данным. Удобно. А где же диски с отпечатком? Они будут, но уже под брендом Freecom. С таким главное сберечь руку. Ну или хотя бы пальчик. Пока показали пластиковую болванку, но в целом и без нее понятно, как оно может выглядеть. Ладно, с безопасностью разобрались, а что там с физической защитой? С этим тоже все ок. В специальной серии флешек из суперпрочного японского материала, говорят, выдерживает до 200 килограммов. Небольшая интермедия, посвященная моим хейтерам. Да, разъем погнулся, но выровнять его можно в два счета. Вот сама флешка не пострадала, несмотря на все мои усилия. Показали еще один интересный девайс. Жесткий диск со встроенным кардридером. Причем еще и с карточкой у компакте. Подключил одним шнуром, и у тебя сразу два девайса. Удобно, особенно если у тебя MacBook. Жаль, бэкапить с карты на диск без компьютера нельзя. Но это так, идея на будущее. Ну и главный гвоздь программы – самый быстрый в мире внешний SSD. При подключении по Thunderbolt у девайс выдает скорость на уровне встроенного в ноутбук накопителя. Очень быстрого встроенного в ноутбук накопителя. Корпус, кстати, не просто так похож на радиатор, это он и есть. Под нагрузкой SSD прилично нагревается, да и стоит будет под $700, но кому надо, тот купит. Я вот точно не отказалась бы и монтировала бы прямо с такого. Вот прям порадовали в этом году старые знакомые. Ребята поняли, что самое ценное — это информация, и важно ее не только переносить с места на место, но и безопасно хранить. Что ж, кажется, я знаю, куда переедет архив с моими лучшими фотографиями. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем криптобезопасности, пацаны!